Good evening, and the winner of the Ted Lindsay Award is Evergene Malkin of the Pittsburgh Penguins. Thank you, everyone. Good evening. Sorry, my English was not good. I have helped me. Thank you very much. I'm honored to be selected by the players for this award. It means a lot to me. I would like to congratulate Steven Stamkos and Henrik Lundqvist. It's a very great season. I want to thank you, Mario, Ron, and Ray Shiro to entire Penguins organization. I would not be here without them. Of course, thank you my family, my friends who always support me, and of course thank you my fans and Pete. Thank you guys. Ну, прежде всего поздравляю. А как вообще сам ожидал, не ожидал, вообще волновался? Ну, конечно, волновался и сказать. Что не ожидал, но неправильно, наверное, конечно, была какая-то небольшая уверенность, но не ожидал, что выиграю два приза, поэтому очень рад и волновался, когда говорил речь, конечно же, на английском, но все закончилось, и сейчас уже вот говорю с вами по-русски, и волнения нет, поэтому рад, что все так хорошо закончилось, но это не повод, чтобы как-то расслабиться, следующий сезон будет еще сложнее, труднее, и надо будет готовиться. Ты поблагодарил Гончара за что? За то, что в первую очередь он для меня сделал, это когда я приехал первый раз в Америку, ну не первый раз, я имею в виду, прилетел в Питтсбург, конечно, он делал для меня очень много, и мы остаемся с ним друзья, и он помогал мне постоянно, и подсказывал где-то, и говорил, как вести себя правильно, как играть. Совершенно другой хоккей, намного сложнее, и помог жилищем. Я жил у него пару лет, поэтому это то, что он сделал для меня, тяжело переоценить, и я ему очень благодарен, ему и его семье, и хочу посвятить этот приз ему, и спасибо за то, что мы один раз с ним встретились. Вот мы все знаем, что Харт такой престижный, да, а вот Тен Линдзи выбирает сами игроки. Что значит для тебя это? Это тоже очень важно для меня, но тяжело их сравнивать, конечно. Они оба дороги для меня, но очень приятно, когда сами игроки выбирают тебе, ты играешь против них, они знают, как тяжело играть, и каждый уважает свой труд и спорт, и очень приятно, когда за тебя голосуют именно и сами игроки, которые всю жизнь, как говорится, варятся в одном котле, и тяжело играть друг против друга, и спасибо, конечно, игрокам, кто голосовал за меня. Конечно, я не знаю, сколько процентов там и кто голосовал, конечно, ну, огромное спасибо. Ну и последний вопрос. Как считаешь составляющие успеха? Вот ты провел блестящий сезон, наверное, самый лучший сезон в твоей карьере. Как считаешь составляющие успеха можешь определить? Ну, тяжело сказать что-то одно. Это, конечно, опять же, и начало сезона. У меня была большая травма, и все об этом знают, но ко мне приехал тренер, и я с ним тренировался очень долгое время в Москве, и он, конечно, очень-очень мне помог, и в этом году он опять же приедет. Потом я играл в одной линии с Нилом и с Куницем, опять же, это хорошие игроки, и я считаю, что это лучшие партнеры для меня на протяжении 6 лет, и они, опять же, помогали мне, и какая-то удача была на моей стороне. Некоторые голы там были совершенно невероятными, и 50 голов забить, это тоже так невероятное число, но все как снежный ком, так это шло друг за другом, и не в плохом смысле, а именно в хорошем, и очень рад, что все так закончилось, но проиграли, не вылетели из плей-оффа, но опять же выиграл чемпионат мира, это тоже большая удача, и спасибо всем, кто приехал на этот чемпионат, Овечкину, Семину, и сделали огромную работу и выиграли этот чемпионат заслуженно. And the winner is Evgeny Malkin. Easy to me if I read my last speech again.
But I'm lost, sorry. I won't say just one thing. I remember when I come to US 6 years before, it's different language. I'm not speak a lot, you know. It's a different life and different game. It's not easy. And one guy who always support me all 6 years and still best friend, and I won't give this trophy to him, and his name Sergei Gonchar. He's my best friend right now, and always together, and one day I'm glad one day I meet him. Thank you.